Всем привет! Сегодня мы решили посетить маленький курортный городок под названием Кемер. Мы никогда не были в этом городе, и сегодня мы пришли на автовокзал, чтобы купить билет и спокойно доехать до этого города. Итак, в путь! Кстати говоря, автовокзал в Анталии делится на два крыла. Правое крыло относится к местным перевозкам, здесь расписание местных автобусов. А левое крыло относится к междугородним перевозкам. Там люди уже покупают билеты на межгород, и там автобусы рядом стоят. Ну вот мы уже и в автобусе, мы заняли места, дорога займет примерно 1:20, и нам остается только любоваться видами.
Итак, вот мы и на месте. Мы только что вылезли из автобуса и осмотрелись. Дорога заняла примерно 1.5 часа и стоила она 32 лиры за человека. В целом, нам понравилась эта поездка, и вы сами могли увидеть, какие мы видели из окна виды. А в следующем нашем выпуске можно будет уже увидеть, что есть интересного в Кемере и что мы здесь интересного нашли. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также вы можете написать в комментариях, как вам дорога от Анталии до Кемера. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!